Здравствуйте, дорогие наши телезрители. У меня сегодня в гостях представитель компании Organic Mix Олег Мевшин. Здравствуйте. Ну и приехала не с пустыми руками, с очень хорошими новостями. Поэтому, если вы любите выращивать овощи на органике, то эта информация как раз для вас. По сложившейся новогодней традиции, компания Organic Mix выпустила новогодний набор для наших огородников. И в этом новогоднем наборе эксперты компании собрали все лучшее, все самое передовое, что только может пожелать дачник. А старт продаж будет 10 декабря. И все удобрения из этого ящика будут со скидкой 30% и с бесплатной доставкой. И еще одна приятная новость. В каждом ящике будет лежать лотерейный билет, и вы сможете выиграть 50 тысяч рублей. Мы действительно фанаты своего дела и делаем качественную продукцию. Она производится с любовью от сердца к сердцу. Я предлагаю начать с новинок, потому что наши зрители, они не всегда понимают, для чего нужно то или иное удобрение, потому что у вас их, ну, слишком много. Какая суперновинка? Самая суперновинка – это разрыхлин. Ее получат первыми обладатели ящиков. Это премиальный разрыхлитель, который можно использовать как мульчу, он не всплывает при поливе. Также можно использовать как дренаж, и он не вдыхаем, его пыль не вдыхаемая, как у перлита. Следующая новинка – это морской коктейль. Потрясающий продукт. Я вижу здесь состав азота 5, фосфора 20, калия здесь нет. То есть огромное количество фосфора будет способствовать развитию мощнейшей корневой системы. То есть фактически это заменяет суперфосфат, и мы еще вносили костную муку. То есть здесь еще выше фосфор. Да, здесь это рекордсмен по наличию фосфора среди органики. А как делается это удобрение? Где вы берете всех этих морских гадов? На самом деле количество и ресурсы ограничены, поэтому морского коктейля будет немного. Это остатки от вылова рыб. Получается, что рыбу дорогих, хороших пород забирают, а вот эту мелочь, которая плавает на дне, вот эти звездочки, морские огурцы. Крабы. Крабчики даже. Да, перерабатывается. Да, перерабатывается и получается вот эта мука. Ну, вот эта мука действительно... Пахнет самая, морем. Да, она пахнет морем, и она самая необходимая в следующем году добавка. И раз уж мы начали говорить о море, следующий продукт – это мука из морских водорослей. Вот с какой целью мы должны это положить в почву? Основное ее свойство – это улучшение приживаемости растений, и они повышают влагоемкость почвы. Также очень много микро- и мезоэлементов. А дома мы с дочкой используем вот эти маски для лица и для волос. Но желательно сперва их промыть. Тот продукт, который находится девочки в этой пачке, используют в очень дорогих салонах. Это вот та же водоросль, и добывается она, то есть завозится вот с того же места, что и продукт, который в этой пачке. Только единственное, вы в десятки раз за него заплатите дороже. Поэтому можете как удобрение брать, но можно и для себя взять. Да, можно. Следующая интересная информация. Я хочу, чтобы вы, дорогие наши телезрители, были подкованы, чтобы вы ее знали. Дело в том, что вырастить на кислой почве хороший урожай не получается, потому что там не усваивают растения необходимые элементы. Это просто невозможно. И как мы выходим из ситуации? Мы начинаем почву раскислять. Раскислять, да. Но раскислять ее можно разными компонентами. Кто-то ее раскисляет доломитовой мукой, но доломитовая мука несет в себе неправильное соотношение магния и кальция, и может быть отравление магнием растения. И только правильное соотношение магния и кальция позволяют вот этим элементам друг другу, да, они позволяют, то есть делают так, чтобы они могли усвоиться. У растения. Да, вот как нужно, хорошо усвоиваться и усвоиться. Если мы вносим доломитовую муку, то этого не происходит. Нет. То есть в доломитовой муке что получается? Если мы ее вносим просто как добавку, нет, она ни в коем случае там не вредная, да? Не вредная. Но если мы вносим ее чуть-чуть, нам не достает кальция. Да. Если мы вносим доломитовую, чтобы почву раскислить прям, там идет переизбыток магния. Да. Из ситуации, как можно выйти, сразу же скажем, что можно внести мел, чтобы немножко снизить, можно. Да. Но лучше использовать вот совершенный продукт, в котором все как нужно. Ну и одно из самых дорогих удобрений, которые есть в вашей линейке, это бельгийская серия, причем это для овощей и для цветов.
Но оно самое действенное. Оно самое действенное. Работать начинает с третьего дня и работать до 90 дней. Потрясающие результаты показывает. Да. На первый взгляд оно кажется очень дорогим. Но если вы заправите по нашей норме 7-литровое кашпо, оно вам обойдется всего лишь 55 рублей на 7-литровое кашпо. Сейчас скидки. Удобрение с 30% скидкой. Да. Что в итоге получается? В итоге вообще получится 40 рублей. 7-литровое кашпо. Представляете, 40 рублей. Эффект потрясающий. Кстати, я вот эти удобрения для декоративных берегу для роз и для клематисов. Биокорень. Я уже испытала этот органический укоренитель. Он показывает действительно классные результаты. Но вот у меня такой вопрос. Вот есть биокорень, да, он органический. Но у нас же много химических стимуляторов, которые также стимулируют корнеобразование. Почему мне нужно использовать органические, например, а не химические продолжать? Ну, химические биостимуляторы, одни из самых сильных, это ауксины химического производства. К сожалению, они вредны для здоровья, и причем для здоровья не просто людей, а еще и потомства. То есть, используя синтетические укоренители, вы должны знать, что это вредные вещества, которые способствуют накопительному эффекту. То есть, они могут в нашем организме копиться. Да. И воздействовать так, что вплоть до того, что не бывает потомства. Это, конечно, ужас. Нет, потомство будет. Просто они будут рождаться с врожденной аллергией. То есть, вот когда человек просто, не понимает, вот откуда у него аллергия. То есть, это накопительный эффект вредных веществ. В том числе тех, которые добавляют при обработках, при укоренении растения и так далее. Вот так вот. Мы об этом с вами даже не подозреваем. Поэтому еще раз вам говорю, постарайтесь использовать исключительно органические и стимуляторы, и удобрения. Дальше у нас идет биотонус. Что это такое? Биотонус. Это у нас биотонус. Вот он, биотонус. Это у нас иммуностимулятор. Какого-то эффекта вы на растениях вот разницу не увидите, но вы увидите просто здоровое растение, которое будет расти и радовать вас плодами или цветами. То есть там аминокислоты? Нет. Это, а что там? Это секрет. Это секрет, то есть вы не хотите говорить, что там? Ну, мы не хотим это говорить, да. И он натуральный? Натуральный. Полностью. На природных компонентах? На природных полностью компонентах, да. Еще одна новинка – это аминорост. Это единственный в России стимулятор роста органический. Я понимаю, что не всегда просто разобраться в таком разнообразии продуктов, но старайтесь переходить на органическое земледелие. Смотрите наши программы, мы постепенно будем вам рассказывать. Мне кажется, мы постоянно только и делаем, что повторяем и повторяем вам эту информацию. Ну что ж, всего вам хорошего и богатых урожаев. До свидания.